Первые дни весны по традиции заняты подготовкой к 8 марта. Мужчинам в этот день хочется быть особенно оригинальными, щедрыми и романтичными. В ювелирном магазине «Хризолит» на Коле Миготина 89 точно знают, от золотых и серебряных подарков ни одна женщина не откажется. Изящные линии, блеск бриллиантов – это воплощение самых заветных ее желаний. В ювелирном магазине «Хризолит» на Коле Миготина 89 мы предложим различные варианты подарков для милых мам, любимых жен, дочерей и сотрудников. Ювелирные украшения – действительно универсальный подарок, который все оценят по достоинству. Только в марте вы можете приобрести серебряное кольцо от 300 рублей, а золотое кольцо всего от 3500 рублей. Топаз, агат, сапфир в серебряном обрамлении, яркие и стильные. Для тех, кто не склонен к экспериментам, благородная золотая классика. Роскошный жемчуг от белоснежного до почти черного или блеск сапфиров. Драгоценной изюминкой можно дополнить вечерний наряд или внести эффектную ноту в офисный дресс-код. До конца марта ювелирные украшения будут по приятным ценам. Например, серебряное украшение будет стоить от 300 рублей, а золотое украшение от 700 рублей. Прекрасным подарком станет парадный набор столового серебра, набор столовых приборов или серебряных ложек, великолепные серебряные бокалы и стопки. Все эти изделия достойны восхищения и найдут свое предназначение в вашем доме. Если вы боитесь ошибиться с выбором ювелирного украшения, отличным вариантом станут подарочные карты. В магазине вы сможете приобрести сертификат номиналом от 500 рублей. Высочайший стандарт качества, индивидуальный подход к каждому клиенту, ремонт, изготовление ювелирных изделий и заказ по каталогу – все это предлагает магазин «Хризолит» на Коле Миготина 89. Только до конца марта в ювелирном магазине «Хризолит» на Коле Миготина 89 сохранятся праздничные цены. Торопитесь в мир роскоши, красоты и грандиозных скидок. Ювелирный магазин «Хризолит», улица Коли Миготина, 89. Режим работы с 9 до 20 часов.